кулинарный влог на миссии Честер. По ссылку золотого яблока. Всем привет, это влог. Сейчас я поехала кататься на велосипеде. Утром мы съездили на рынок, выходил шортс, можете посмотреть. Так что все, погнали кататься. В этот же день бабушка с дедушкой решили обобрать куст крыжовника и сварить варенье. Выходил шортс, я там показывала как раз таки рецепт этого варенья, можете посмотреть. Сидим на улице, у нас дождик снова. Сидим, я ее накрыла, довольная. На следующий день мы поехали на рынок, также я зашла в Альбрис забрать свой заказ, мне приехала новая книжечка, далее показала вам красивый лилейник, который у нас распустился, и дедушка полез на крышу, чтобы ее починить. В кое-каких местах она протекает, поэтому пытались исправить данную ситуацию, вот тут я показываю рубероид, который мы тоже использовали. Ну и конечно же Симочка тоже ходит рядом. Так, здрасте. А скоро приезжает мама, я уже помыла голову, и сейчас мы будем готовить с вами блины, поэтому это кулинарный влог. Волосы мы убрали, сковородку поставили разогреваться, берем тарелочку и начинаем месить тесто. Что нам понадобится? Два яйца. Молоко, понятно? Тихо. Я не хочу потом тут протирать все. Берем тарелку, давайте среднюю возьмем. Кладем сюда яйца, чтобы они не убежали. Молоко. Смешала яйца и молоко, теперь добавляем муку. Даже не могу сказать сколько, потому что я все делаю на глаз. Так сказать, смотрю по консистенции. Мы с вами сделали тесто. Тесто, ну, нашу смесь, ладно, скажу так. Она у нас такая... жидкая. Короче, сейчас я добавляю соль, сахар, включаю на фон сверхъестественно и начинаю готовить. Потом вам покажу уже результат. Такая смесь получается, такая, знаете, жидкая, как водичка. Но я вот из такой готовлю. То есть у меня они такие получаются вот именно тоненькие, полупрозрачные. Вот. Здрасте. Это все этот же день. Приехала мама и привезла мою посылку золотого яблока. Хотела бы вам, наверное, рассказать, так поделиться чем-нибудь. Приехал, значит, ко мне крем от Le Riche Posay. Впервые буду пробовать. Надеюсь, поможет. Он, в общем, против всяких прыщичков. Постакне. Ну, у меня нет постакне. Но у меня есть комедоны, вот эти вот закрытые прыщички, поэтому я надеюсь, что он поможет. Будем тестировать. Вообще, я пользуюсь вот таким вот кремом от Коры. Мне очень нравится, но вот хочу еще попробовать этот. И давайте распакуем посылочку. Это тоже, кстати, вот этот крем, он находился в этой посылке. Вот, а из этой посылочки я сейчас покажу только один продукт. Этот продукт я могу показать, потому что это был заказ. А некоторые другие я не могу вам показать, потому что мама смотрит это видео 100%. Вот такой вот бальзам для волос, для блондинок. Серебристый бальзам для холодных оттенков блонда. Все, собственно, все, что можно знать. Есть из этой же серии шампунь, но она вот попросила именно бальзам. Так что вот я его купила. А два другие продуктика просто как бы идет в дополнение к подарочку. Вот все, в принципе, вся покупка, вся посылка. Так что мы сидим с Симочкой на втором. Завтра поедем, скорее всего, на рынок. Я заодно выложу это видео. И будем что-нибудь покупать. Вот. Ну, в принципе, за продуктами поедем. И вот вам Симочка. Но на этом мое видео подходит к концу. Я была рада видеть вас на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч. Кстати, следите за шортсами, я их выкладываю каждый день и по несколько штучек. Так что вот, там с вами и увидимся.